Всем привет, уважаемые мои зрители и подписчики. С вами канал Mazda MPV Колхоз Наше Все. И сегодня будем решать проблему по моему прикуривателю. Он не работает. Предохранитель, который стоит вот в том штатном месте, он исправен. Это означает, что в прикуривателе перегорела плавка и вставка. А все потому, что я включал насос. Сейчас разбираем пластик салона. Снимаем вот это. Вытаскиваем прикуриватель. Здесь откручиваем. Здесь. С другой стороны нужно снять бардачок. Снимается он просто. Здесь упор. Сдергиваем. Берем, тянем вправо-влево. Сняли. Теперь откручиваем. Здесь. Снимаем. Убираем. Еще один болт. Подснять вот эту панельку. Здесь два шурупа. Снимаем. Аккуратненько подснимаем саму панель. Все. Убираем подстаканник. Вот он, прикуриватель. Для того, чтобы снять прикуриватель, его нужно повернуть и вытащится. Вот плавка и вставка. Видимо, ей пришел конец. Сейчас мы ее прозвоним. Посмотрим, какой диаметр этой вставки. 0,9. То есть 10 ампер она держит. Проверим питание на самом прикуривателе. Питание на прикуривателе есть. На сам прикуриватель питание приходит. Все, работает. Что было сделано? Вот здесь подгорел проводок. И я его восстановил. И питание появилось. Элементарная неисправность. Единственная заморочка — это снять вот эту всю панель пластиковую. Устанавливаем все обратно и радуемся жизни. Прикуриватель работает.